Так, все, погнали. Мияги и Эндшпиль. Баунти. Летний хит. Ну давайте, раз летний хит, то... То мы такое слушаем. Мимо пролетают чайки, и кажется, тут я еще не был. Вспоминаю вечер. Не похоже, кстати, на них. Это уже такой прям кальянный музончик немного. Хотя я помню, когда на рэп-ньюс озвучили, что Мияги Эндшпиль делает кальянный рэп. Столько хейта было, жесть, это не кальянный рэп. Мне он всегда ассоциировался с кальянным рэпом. Но, естественно, для меня это по звуку как кальянный рэп, да, был. Потом они поменяли направление. Естественно, у них более осмысленные текста, у них все это более глубоко, нежели чем вот кальянный рэп в обычном его понимании, где все на поверхности. Вот. Ну все, давайте дальше слушаем. Я молодый светел, придает сил твой образ, тверкают волны в голос. Угораю под пальмой, здесь и сейчас растворяюсь. Красочный стиль, столь поздний час, но мы мечтали об этом. Тупо не до сна. Эй, отзовись, иди на дым. Кольца летят в облака, ты улыбаешься. Я вообще не понимаю, кто первый-то читает. Ты голос вообще не похож. Так, 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 так. За мне смотри-ка, трип. Кричу тебе на помощь, слов на гамаке как овощ. Танцы до зари, признание в любви. Ой, сейчас фанаты будут агриться, но вот когда Егор Крид такое делает, он вот так, под такую песню явно снимет клип с кальяном, потому что, ну вот это просто кальянная музыка, это неплохо, я это не осуждаю никак, но вот, ну, если кто говорил, что Мияги и Эндшпиль никогда не делали кальянный рэп, ну вот, сегодня они его сделали, сегодня. Она забудет, она помощь, снова на гамаке, как овощ. И почему же нам не скучно, все потому что мы молоды, мы молоды, мы молоды, мы молоды. Все потому что мы молоды, мы молоды, мы молоды, мы молоды. На замедленном, на добром растворяясь куражи, где разбиты будет солдатом сушки близких в коллаже. Не особо слушаю. Если честно, я бы не сказал, что это какой-то дикий хит, потому что ничего такого не запомнил, кроме мотива. Танцевально, весело. Возможно, когда и там, не знаю, ты лежишь у моря или просто кайфуешь от хорошей погоды, идешь такое слушаешь, то ты получаешь от этого удовольствие, да, но такое, чтобы это слушать на репите, как будто бы и нет. Но не удивлюсь, если это станет хитом, потому что, что бы они ни сделали, это всегда становится популярным. Ну, практически все. Удачи пацанам, а мы двигаемся дальше.